силами управления ЖКХ и предприятия «Зеленстрой» заметно обновлен зеленый наряд на улице Кати Соловьяновой. По всей улице идет кронирование и выкорчевка старых лип, а вдоль пешеходной дорожки уже высажены 133 молоденьких липы. Жители этого района довольны, что высаживаются именно липы. Сохраняется слава улицы как липовой аллеи. Запах будет и цветочки. Знаете, для чего шарвут их? Ну вот. А у меня внуки. Так что пригодится. От простуды хорошо. Заваривают. Это еще у меня свекровь, мать, делала так. И мы так делаем. Вот парк преображается на глазах. Замечательно. И меня это радует. Потому что такое место хорошее, тихое, спокойное. Люди постоянно гуляют. И вот этот порядок, который наводится, это просто хорошо. И для жителей, и для гостей. И, я думаю, вообще для города полностью. Я доволен. Конечно, очень. Что насаживаются липы, что улица будет такая же зеленая, как и раньше. Еще бы бордюр сделали от дороги, чтобы ни машины не ездили по газонам. Было бы вообще прекрасно. Реконструкция идет на отрезке улицы Астраханской в районе Театральной площади. Здесь выкорчевываются старые деревья, подготавливаются ямы для новых. Будет высажено 18 лип. Улицу Терскую украсит 22 акации. Так же, как и липы, они полюбились анапчанам и гостям курорта. Все погибшие деревья от улицы Краснодарской до улицы Красноармейской заменят новыми. Идет подготовка приствольных кругов в плиточном покрытии. Уже наступающей весной зазеленеет Симферопольское шоссе от мостика через реку Анапку. Готовится к высадке 65 кюлеритов. Эти 6-метровые шаровидные кроны деревьев, безусловно, украсят пригородный ландшафт. Лариса Басова, Максим Лагуша, Анапа регион.